Итак, снова здравствуйте, дорогие друзья. Песня 21. Снова с вами для вас в эфире. Именно для вас, раз вы там сегодня находитесь. Значит, находимся и мы там. И первый у нас... Авдотья Крестовская, Александр Лановой, Валерий Клим. Валера, привет, Германия. Леонид Губский, Ольга Вершинина, Конек Игорь. Привет, друзья. Здравствуйте, дорогие. Похоже, что вы на месте. Значит, в чем главный уговор песни 21? Уговор не повторяться. Я должен петь каждый раз другую песню, и именно свою. И когда я спою все песни, придется либо петь, начинать сочинять новые, либо закрывать программу. А пока вот рязанцы уже нарисовались. Даже Елена Пинчук там есть каким-то образом. Не могу понять, каким образом. Елена Пинчук одновременно оказывается и там. Я везде. И там, и здесь. И в моя горе. Что за песня будет сегодня? Поскольку рязанцы в эфире, это очень даже здорово. Может быть, и Кузнецова в эфире. Может быть. Лермонтов фигу показывает. Михаил Юрьевич. Вот. Кстати, был достаточно оппозиционный товарищ. И сегодняшняя песня называется «Принц и Роза». Но это будет не диалог «Принца и Роза», как могли подумать мои сотрудники по театру, который поставил спектакль «Принц и Роза». Это будет другая песня. Я должен еще раз поздравить, не должен, а с радостью хвастаюсь в эфире, что наш спектакль, который мы поставили, «Маленький принц», получил на межрайонном фестивале детских театров, получил приз за лучшее музыкальное оформление. Мы чуть-чуть могли получить еще приз за лучшее оформление сцены, да. Ну, много чего могли получить, но это сейчас впереди. И я понасочинял песен, и Леша Рахов делал минусовки под это дело. Ребята мои очень здорово все спели. И, в общем, спектакль живет. И сейчас спою я немножко. Учитель тоже должен иногда появляться в эфире и тоже чего-то петь. Это будет песня, которая родилась самым первым образом, и она в спектакле не участвует. Это достаточно взрослая песня. Она так и называется «Принц и Роза». И чтобы не тянуть резину, я уже делаю первый аккорд, потому что болтовня, такая история. Уже 3 минуты я что-то вам говорю о своей великой, необузданной к вам любви. Вот Александр Тарновский нарисовалась. Зачем ты, принц, свою оставил розу? Уже в скитаниях побелела голова. Ее капризы и упреки, и угрозы. Слава, 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 не больше, чем слава, 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 слава. Ей повезло. Пришел король влюбленный, шептал на ушко, будь моей, тебя молю. Она решилась воровать, так миллионы, но коль дарить, то только королю. Медовый месяц целый день тянулся, да лепестки ее помялись, хныч-не-хныч. И как-то раз король на шип наткнулся, ой! И отдал Богу душу старых рыч. Потом дава досталась деловому. Он приобрел ее за руки, не за пятак. Наверное, не могло быть по-другому. Попала в звездный список, а не так. Но скучно быть игрушкой дорогою. У делового все дела, дела, дела.
музыканта раз вечернюю порою. Он даже не заметил, как ушла. Зачем ты, принц, свою оставил розу? Судьбу ты переделаешь едва. И возвращаться поздно, слишком поздно. А в памяти слова, 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 ее слова, слова. Фонарщик оказался добрым малым, но потеряла роза время, все же зря. Фонарь свой то тушил, то зажигал он, любовь ему была до фонаря. А звездочет отнесся к ней участно, не раз у чистолюбца был цветок. И даже пьяница, поскольку он несчастный, был розою подарен лепесток. Вернешься на планете, будет лето, но свой цветок найдешь теперь едва. Ни лепестков, ни запаха, ни цвета, а в памяти слова, 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 ее слова, 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 слова. Ну вот и прозвучала сегодняшняя песня 21. Владимир Герцог, Анатолий Григорьевич, Ришат Гатаулин, Алина Пуаро, Юрий Кузнецов, Максим Краснюк, Яромир Юркевич. Привет, друзья. Привет, друзья. Спасибо, что были в гостях. Ну, все-таки каждая программа 21 – это историческая программа, в которой звучит эта песня, которая через секунду уже становится историей. И чем еще знамениты сегодняшние дни? Так, на всякий случай, вдруг кто-нибудь это видео посмотрит там лет через 10-20. Вот именно в эти дни случилась электронная, или как назвать, цифровая победа под названием Telegram, да? Digital Resistance. Ну да, назови. Цифровое противостояние. Цифровое противостояние. Программу, которая... Сопротивление. Вот, не все, как говорится, скоту масленица. То есть... Что-то мы проиграли, но есть молодежь, да, в данном случае Павел Дуров. Вот, это какое-то будущее, которым приятно надеяться, что у России что-то еще остались какие-то шансы. И, конечно, сегодня, позавчера, по-моему, победила какая она, абрикосовая революция в Армении. Так и правильно говорю, нет? Ну, пускай, хоть как она пускай называется, но она победила. И я обнимаю всех армян. Ну, немножко армянок, так, осторожно, по-дружески. Вот, чтобы там никого не оскорбить. В общем, всю Армению обнимаю от имени прогрессивного русского народа, украинского и вообще от всего земного шара. Мы поздравляем вас, что у вас все так случилось. И пускай оно у вас случится. Все образуется наилучшим образом. С вами была... чуть не было, не простился. 1 числа в центре Сахарова в Москве в 19 часов... Там целый день. Там целый день будет концерт таких... Фестиваль «Муза непокорных». Да, таких непокорных, как я, мы будем песни петь. Не только про любовь и про погоду. А 2 числа... 2 мая. 2 мая. В клубе под названием... Гиперион. Гиперион. Вот. Гипер и он. Это клуб, книжный такой клуб. В Москве. В Москве. И на Хохловской улице. Хохловский переулок, дом 7. Вот.
Козловский переулок, дом 7, клуб Гиперион. Я буду петь исключительно лирические песни, исключительно стихи о любви. Такие, что, может, сам сгорю. Концерт для любимых. Для очень любимых, для самых любимых. Любимые, подтягивайтесь. Потому что без любви борьба борьбой, а борьба, которая называется любовь, она тоже имеет место быть. Все! Теперь я наговорил с три короба. Вот. Объяснился в любви вам. И программа 21 прощается с вами. Спасибо, что были. Ну, не навсегда. Не навсегда, а не конечно навсегда. До новых встреч, друзья. Та-т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 а. Не выключается программа, не хочет выключаться. Песня не прощается с тобой.